Приходит женщина к сексопатологу и говорит: «Доктор, мы когда с мужем спим, у меня бок болит». Доктор: «Хорошо, давайте посмотрим». Посмотрел, говорит: «Все хорошо, все нормально, мужа зовите». Заходит муж, доктор: «Так, снимай штаны». Тот снимает штаны, а у него хозяйство ниже колена. Доктор: «О, да тебе только лошадям вставлять». А мужик: «Да вставлял, дохнут, а у жены бок болит». Всем приветики! Сегодня тоже собралась, думаю, пока погода, красота, тепло, ни дождя, ни ветра, ух, на шашлычок рвану, отдохну. Люблю я все-таки на природу, прям выехал. Ах, свежий воздух, красота, у нас прям шезлонг, палатки. Возможно, и с палатками рванем. Чтобы у вас тоже все было хорошо, чтобы выходные прошли прекрасно, замечательно, с пользой. Чтобы все было хорошо и даже лучше. Спасибо вам за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.